Привет-привет! Продолжаем нашу игрушечку Seven Days to Die с модом Headbringer for Life. Короче, с того момента, когда я последний раз вы меня видели, а это было на стриме. Слушай, а почему здесь нету этой штуковины? Ёкаламане, как это так? Я конкретно упоролся, и вы как видите, сейчас уже седьмой день. Я все это время прям крафтил, все делал, короче, делал оборону. Странно мне как-то ведет себя это. Шаг вперед, два шага назад. Так, еще разок. Ага. Я надеюсь, это не грохнется, как в прошлый раз. По непонятным причинам. Так, раз-два. Это все, это можно закрыть, да? Сейчас вот это вот и закроем тогда, потому что это нам больше не надо. Итак, что имеем? Имеем одну штучку осталось, которая у нас, ну, в принципе, пускай будет. Вдруг пригодится. Так, время у нас сейчас 10 часов. И я думаю еще сделать, успеть колышков. Дерево есть. Так, спайк, обычные колышки. И обнести, еще сделать дополнительную оборону в виде подушки, чтобы она им зомбачкам, может быть, сносила ножки. Вот, покопался я немножко под землей. Даже немножко сделал бетона из того песка, который, ну, когда роешь под землей, да, там иногда попадается песок. И немножко бетона я скрафтил. Ну, совсем чуть-чуть, конечно. Вот еще, не знаю, сколько кубиков хватит. Только вот на этот пояс все. Да и на этот пояс, наверное, не хватит до конца. Что-то по 20 улетает. Почему-то два раза делается. Вот смотрите, один раз, да, второй раз. Хотя обычный бетон, получается, вроде как делаешь ты деревянную опалубку и потом... Все, еще парочка, да? Пара кубиков еще. Ну, давай вот этот вот забахаем. Так, хотел семена посадить. Сделал себе выход дополнительный. Ну, все по плану. Как это обычно все и делается. Так... Ночью прибегали ко мне небольшая такая... А, слушай, у меня здесь все есть уже посажено. Куда же садить-то, блин, нужен... Я не знаю, стоит сейчас огородом-то заниматься-то или нет. Так. Ого, колышков как быстро он наделал. Не, ну тогда, наверное, огородом я не буду заниматься. Так. Два этих сделаем, да? Раз, два. На третий. Блин, не знаю. Ну, колев нужно еще наделать, потому что это маловато. То, что дерево было в кармане, то я и взял. Зомбачки что-то на удивление какие-то твердые. Особенно по ночам они вообще жестокие. И сегодня у нас нападение же. Нападение. Время прям летит. Уже 10:41. Вы посмотрите, я только что вроде начал снимать, а уже 10:41, да, время. Я вот внизу столько понадобывал, там такие пещеры отрыл, вот здесь вот, что я боюсь, блин, как бы что-нибудь не грохнулось уже. Так, по-быстрому. Блин, и у меня мало перьев, на самом деле, тоже очень мало, мне не хватает. Так, железо мне зачем? Я не знаю. Ну, пускай пока будет со мной. Так, камушек не нужен. По идее, это тоже куртка, черт его знает, что с ней делать. Так, вот сюда скинем траву, бетон. Ну, вот то, что я накрафтил с помощью печи, да, и все. Так, семена я тогда наверху выкину. Что мне нужно было? Мне нужно было дерево. Так, и я делал буквально только что. Давай еще сделаем. Пускай фигачат. Колючку надо еще поставить. Елки-палки. Сколько дел. Сегодня, кстати, по-моему, будет аирдроп. По-моему, через 3 дня. Это значит, как раз сегодня 7-й день. Значит, сегодня был... Должен быть, по-моему, на 4-й день был аирдроп. Так, где там у нас? Вот. На 4-й день был. Так, подожди. Надо выкинуть сначала семена.
Что у нас там с едой? Как-то все паршивенько, да? Так, банан у нас фулнес добавляет пятерочку. Ну, есть надо, да. Есть не будешь, сдохнешь, протянешь ноги раньше, чем зомбаки придут. Хотя вот это вот тоже, наверное, не надо. О, металл нужен, не нужен, не знаю. Так, и вот это вот не нужно. Успею я посадить, нет? Или это все ерунда? Не буду я сажать. В другой раз. Мне надо колючку еще натянуть. Так, давайте колючку сначала натянем. Блин, задрало колесо, это мышки, он перескакивает постоянно. Так, колючку я натяну на среднюю. Где она вообще, ее не вижу нифига. Какая-то прозрачная колючка, где она вообще есть? Мы будем считать, что она есть. Так. Ну-ну, вот так вот. Но туда не ставится уже, да? Значит, там поставилась все-таки. Странная колючка. Слушай, а на пятый день собак так и не было. Или они, может, пробегали, но мимо как-то пробежали, что ли? Потому что я их не видел. В прошлый раз, получается, на стриме, да, когда... А, блин, колючка вот она выше, получается. Она как-то наверх, получилось, задралась. Да ёшкин матрёшкин, а. Сейчас мы поставим колючку в один ряд. Больше не буду делать. Один рядочек и хватит. Потому что нужно еще колышков наставить. Еще не убиться при этом надо. Так, а здесь что, поставил, что ли? Почему у нас он не ставит? Да, наверное, поставил. Так, спокойно. Так, сюда и все, да? 60 колышки. Мне, честно говоря, удивительно смотреть, как некоторые люди порой спрашивают, как у тебя там на какой-то там день, да, допустим, вот у меня сейчас 7-й день, я имею все, что я имею. Да, airdrop. Как так-то это? Ребята, это все же элементарно делается. Даже при, в принципе, непростых настройках, да? То есть у меня сейчас стоят зомбаки средней тяжести. Время я еще с начала стрима изменил на сколько там, на 60, по-моему, что ли, минут поставил. Вот. И, в принципе, я все успеваю. Просто если волынить и заниматься ерундой, да, тогда вы ничего не успеете, у вас ничего не будет. А если более-менее размеренно и спланировать еще особенно, если спланировать свои действия, то удача вас ждет. Так, вот за аэродропчиком я сгоняю сегодня или нет? Интересно, успею. Время сколько? 12:26. Вчера немножко даже ближайшие дома успел полутать. Ну, в поисках трубы, когда лазил. Вот, который буквально ближайший ко мне, там несколько домов обычных. Вот, я успел их залутать. Так, 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 так. Тройной ряд, блин, слушай, ну как это долго все расставлять, да? Было бы прикольно, если... Ух ты, лагануло как, а? Если бы можно было растянуть так вид сверху. Даже согласен, какое-то время было подождать бы. Ну, подождал, типа, мол, чтобы там, типа, время какое-то потратилось на установку, да? Так, раз, два, три. Ну, или понаблюдать за персонажем, как он там ставит все это. Колышки, конечно, эти вообще как из шоколада сделаны. Ну, дополнительный урон хотя бы по ногам пускай будет. Потому что у меня просто тупо не хватит ничего, чтобы сделать деревянные коля. Во-первых, много нужно древесины, которые вот я поставил вокруг домика.
много древесины нужно, и еще гораздо больше металла. А металл я задрался за эти дни, честно говоря, его лупить. Он весь этот металл уходил. Я даже в печке у меня там как-то закидывать успевал, там по 200, по 300. Так, чисто чтобы было, чтобы печка работала не зря. Все остальное уходило вот на эти, блин, долбанные коли. Получается, первая неделя под знаком прошла, как этот, помните, этот герой меча и магии, третья часть, это неделя пошла под знаком там чего-нибудь. Вот у меня под знаком копания прошла и добычи ресурсов неделя. Время тем временем уже, да, посмотрите, сколько, час, второй. Сейчас, наверное, сбегаю. Слушай, 144 еще поставить, что ли? Все-таки оборона — это оборона, да? Она не бывает. Чем мне их с собой таскать, эти колышки? Я, как некоторые люди, не нравится мне бегать вокруг колев там и зомбачков за собой водить. Я считаю, что это, ну, полнейший тупизм и жлобство. Проще из лука убить или, ну, в клоскомбате дубинкой. Вот будет у меня дубинка с шипами, будет вообще милое дело. А бегать вокруг колев там с этими зомбачками в танцы играть, ну, это не мое, извините. Мне это не нравится. Время просто зря тратить. Зомбачка гораздо проще убить, если с ним вступить в ближний бой. Хотя, с другой стороны, если ты только начал, да, у тебя вообще ничего не прокачано, тогда да. Это самое верное решение тоже. Самое простое, самое верное. Потому что иначе тебя просто эти зомбачки разберут и все. Без скиллов, без каких-то вещей. Поначалу совсем все печально. Куда там поставил, я так и не понял. Так, так, блин, время как летит, а? 2 часа уже. Сколько еще осталось? Господи, еще 3-4 колышка. Сейчас здесь заспамим вообще все колями. Вот с травой, да, проблема, когда ставишь, вообще жопа. Но... Так, ну что, последние штуки, все, побежали. Что у меня есть? Блин, надо с собой бы выкинуть эту, конечно, ерунду, она не нужна. Ну и до дома я не долезу сейчас. Ну, с другой стороны, зачем мне туда лезть? Побежали. Может быть, интересно, какая-нибудь книжечка будет. Ну и перышков, может быть, еще найдем по пути, по дороге. Перышки нужны, блин, у меня мало, слишком мало. Сколько у меня там? 150. С металлическими наконечниками. Вчера, кстати, я так и не договорил, потерял, что-то убежал от мысли. Собаченцу увидели, какая-то не собака, а гиена была огромная. В половину моего роста, ну, блин, яйцо, твою же маму. Вот вместо того, чтобы 24 этих кинуть, дай мне перышко, допустим. Она мне дала одно яичко, нафиг. Твою ж мать, а! Вспомнил. Ох ты ж тварина. Я кровью истекаю, твою же налево, а. Вот это поворот, слушай, что тут какой-то собачий рай. Вторая собака такая. Это какой-то тигр. Ужас. Что это было вообще, да? Офигеть. Только я о ней, об этой гиене заговорил, и она сразу же тут же появилась. Так. Ничего. Мне перышки нужны. Перышки, перышки, перышки.
Перышки. Так, это, по-моему, свинец у нас, если не ошибаюсь. Батареечки разбираются на свинец. Хотя у нас какие сейчас свинцовые батарейки? Это если только... Так, вон зомбак. Еще один. Что такое? Пережарка пошла. Господи. Так, ладно, ребята, сейчас я на обратном пути с вами поговорю. Блин, подумал, что опять собака эта. Посмотрим, что нам. Какой-то журнал, по-моему, я такой читал уже, да? Это мусор, однозначно. К-74 баррел. Ну, у меня, кстати, уже есть одна штучка это. Вернее, две вот такие реторточки. Мне, в принципе, они уже, по идее, не нужны. Я обычно больше двух костров не делаю. Но если прям только вынудит сделать. Ничего нету, да? Побежали обратно. Ух, как лагануло, а. Так, вот на дом будем бежать. Ну, можно заодно и деревца порубить. Я там в окрестности уже, наверное, все деревья порубил. Наверх сбегал, там поурубал тоже все. О, гнездышко как раз. Дерево лишним не бывает. Жечь печки. Металл делать, соответственно, там и все остальное. Для этого всего нужно топливо, да? Поехали на заправку, сбегаем. Там есть... Ух ты, 20 перышков, отлично вообще. На заправке должен быть ящик с этим. Ну, который инструменты. И, может быть, там будет что-нибудь интересное. Вообще, я хотел бы, конечно, найти книжку на ключ. Или на молоток. Все равно мне. Ну, ключ, конечно, предпочтительный. Ключом можно и то делать. Ключом. Так. Потому что, ну, ключ, да. Ключ, на самом деле, даже лучше. Потому что... Так, семечко я выкину нафиг. А это рецепты... А, нет, у меня ткань с собой, да? 4 часа уже. Скорой помощи, кстати, у них отличные штучки валяются порой. Сразу проверю. Скорая помощь, по-моему, открывается очень быстро. Ух, нифига себе. Я, видать, тогда мне что-то, видать, не влезло. Что я оставил здесь такие балабасы. Олень не пуганый. Во. Стамина какая-то фигня там. Да. Целился и не попал. Так. Хотел вообще зайти на заправку, да? Блин, 5 час уже. Тара-тара-тара-там. Кто-то рядом идет. Топливо, я не знаю, топливо собирать, не собирать. Так, таблетку я выкину. Блин, все забито, шкура. Слушай, дружище, сюда идет просто и все, ну вот не хочет останавливаться ни в какую. Так, яйцо тоже выкину. Жир не нужен. А это можно съесть. Не, шустрый слишком. Сейчас еще сагрится. Он по своему передатчику. Зомбопередатчик сработает. Еще прибегут. Так, скрапанем сразу. Нафиг не надо, да?
Вон один, еще один прется, паразиты. Задрали уже, а? Так, давайте по-быстрому осмотрим. Фигня. Фигня. Книжная полочка. Ух ты, слушай, ну блин, это вообще как по заказу. Обалдеть, я в шоке вообще. Это же надо, а? Офигеть. Так, так, это возьмем. Это возьмем, нет, это нам не надо. Так, воду тоже не надо. Это можно сразу вовнутрь. Так, наверх или разобрать? Наверное, разберем сначала. Тут ящик должен быть. А нету ящика. Обманули. Кто тут лазит, а? Так, это мне не нужно. Тем более такого качества. Паршивого. Давай, заглотнем. Еще одна сумка. Тоже ерунда какая-то. Так, время 17. Поехали наверх. Здесь пара гнезд, по-моему, должна быть. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. И дохлый чувак, да? Блин, поскорее бы уже броню себе скрафтить, было бы хорошо. Так, что-то как-то дроп совсем печальный. Вот еще одно гнездо. Так, ну что сделать-то? Собрать топливо, может быть. Это надо что-то выкинуть. Что у нас здесь? Ящичек. Давай бочки с бензином возьмем. Так, опять. А куда что пихать, да неизвестно. Батарейку нафиг. С этого сделаем дактейп. Ну да, стул мне очень нужен. Так, вот водичка нужна, да? А стул нет. Ля-ля-ля. Монетки. Так, бочка, бензинчик, бочка, бочка, бочка. Smell vitamins, да? Нафиг кофе тогда. Но я что-то не заметил, чтобы эти витамины что-то добавляли полезного на самом деле. Хотя, может, как-то они и влияют. Давайте пивка употребим. Чтоб прям вообще хорошо было. Так. Ну, перьев я насобирал. Хорошо. Прям это радует. Так. Так, и еще бочка. Пить захотела. Ну давай попьем, насобирали же водички, да? Итак, у нас время 6 часов. 6 часов, 6 часов. Что же делать, что же делать? О, в бункер может спуститься, я успею, нет? Что же кругом-то, а? Там боров этот, за которым я гонялся. Нифига тут жрачки сколько. Мамочка всегда была заботливой, да? А какой бункер? У меня места нету вообще. Ну, не знаю. Хочется забрать. Может быть, там этот? Хотя бы книжечка будет.
Блин, тут же еще этот пол. А с другой стороны у нас кирка. На всякий пол найдется хитрая кирка, да? С винтом. Так, 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 седьмой час. Там как-то шуршит, по-моему, нет? Показалось. Пуру-пуру-пум. Здесь, по идее, должны быть книжечки тоже. Может быть, что-нибудь полезное появится. Ёлки-палки, здесь же двойная фигня. Хотя, что там через проход, что так лезть, по-моему, одно и то же разрушать. Я имею в виду там с этого... Через воздушный лаз. Книжечки. Ага, размечтался. Пипец, вообще ни одной книжки. Да. Очень богатый дроп. Вообще ничего нету. Так, время сколько? Время. Здесь главное не потеряться во времени, да? Иначе, потому что все закончится печально. До 10 часов нужно обязательно успеть к себе. Иначе это просто будет жесть. Да. Время потраченное зря. Куча белого мусора. Ну, собственно, неудивительно у меня, потому что не особо еще что-то прокачано. Так, так. Ладно, не буду здесь больше ничего делать. Побегу. Побегу к себе. Ну и попозже включусь уже, когда зомбачки придут. Так, надо успеть арбалет сделать. Арбалет, новый арбалет. Так. Делаем арбалет. 21.46, они сейчас придут. Собственно говоря, ну из оружия у меня только арбалеты есть. Так, здесь технология вот такая, да? Эй-эй. Сейчас будет дикий вопль. О, уже зелененький. Так, и заряжаем стальными. Хотя у меня еще таких немножко осталось, но фиг с ним. Так, 21.56. Ну что, посмотрим, на что это похоже. Сейчас будет в условиях. Ну вот, дикий вопль. Как я засадил, да, все красиво. Яблочный. Слушай, здесь нужно было сделать этот. Где они? Ай, слушай, они через дом ломятся, слышно. Ну-ка сделаем хэтч. Хэтч. Закроем все-таки. Wooden хэтч. Крафт. Так. Вот так вот. Угу. Они сейчас там дом разнесут вообще. Они, походу, через тот дом, получается, идут. Слушай, как-то они далеко зареспились, да? Обычно, когда респятся, ну, буквально где-то около дороги, может быть, чуть дальше. Хотя, в принципе, как раз чуть дальше и есть. Ну, что ж. Снесут так снесут. Будем сейчас сядем и будем ждать. Это у нас такой дзен. По идее, они сейчас должны шустро быть. Шустро все разнести. Их там же должно не один быть, не два, правильно? Спаун на средних настройках стоит, по-моему, если не ошибаюсь. То есть больше, чем у меня на этом было. До того, как я все поменял видеокарты и все остальное, да? Ну что-то прям печаль, беда. О-о-о. Все, хантед. Побежали первые.
Ох ты ж как красиво, круто я их. Слушай, кули вообще не тормозят, да? Ай-яй-яй, куда же я стреляю? О, проволочка, зашибись. Слушай, они сразу, да, деревянные колышки как сделали свою работу. Ну что-то их мало, блин. Прям совсем мало. И почему-то я не вижу... Я видел на седьмую ночь видео. Арбалетик так лагает. Нифига себе. А что, это с одного выстрела прям что ли? Что-то совсем жиденько. Я видел огромного какого-то великана. Где мой великан? Почему у меня великанов нет? Слушай, может быть я как-то неправильно мод поставил? Или что, я не понимаю. Ну, ползун ползет даже уже. Так, прицелимся, прицелимся. Где же он там? Блин, далеко слишком. Что-то они даже мне не разнесли. Да, жидковато, жидковато. Я надеялся на гораздо больше. Я надеялся еще увидеть того великана, который здесь вроде как в моде есть. Какой-то огромный хрен. А его нету. Какой? Вот эти ползуны самые настойчивые, блин. В голову фиг попадешь. Наконец-то сдох. Да, ну пойдем полутаем. У нас место есть свободное? Есть. Такой лифт двойной. Ух ты ж твою мать! Вот это было неожиданно. Вылез такой, получил по жбану. Он в рубашечке, чувак, бегает. Ну, в основном... Слушай, что это было там такое? Сапоги, что ли? А там тусовка какая-то есть. В домике-то. Наверное, еще не все пришли. Поэтому я сейчас и получил по башке. Неожиданно, да? Прямо в лобешник. Вон там тусуется, видно. Шевелится что-то. Ну-ка, поэтому попадем, нет? Что-то вообще никак не попадаю. Да и что же ты будешь делать, а? Чувак с дискотеки возвращался. О, по-моему, попал. Да. Бежит. Тут экстази раздают, чувак. Давай, бегом, бегом, бегом. Мясо собирать, надо сказать. Будем собирать. Так, ну что, может проверить этот домик? Может там великан застрял? Там явно кто-то есть. Ну-ка стрельну туда. Я, наверное, вот это зря делаю, конечно. Домик разнесли конкретно. А-а-а, палево, 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 палево. Палево, бежим отсюда, к черту.
Заставил их вылезти, блин. На. Зарычали, падла. Красная луна. О, слушай, еще бригада подбежала. Ну да, оставаться было бы глупо там. 5 человек еще, 5 мертвецов. Явно было бы все плохо сейчас кончилось, если бы я их подождал. Еще бегут. Слушай, какая красота. Наконец-то. Вот он весь спаун. Ну. Еще, слушай, что-то как-то их чересчур. Блин, прорубил на свою голову дырку. Блин. Ну, вот это уже похоже, да? Может, там где-нибудь и здоровый этот чувак. Бле. Еще бегут. Вот на лету их хорошо было. Вообще, ну как они носятся, с ума сойти. Еще, еще, еще. Сколько ж их, блин. Офигеть. Еще бегут. Нифига он забрался, слушай. Какой-то он не это, неубиваемый. Может быть, это военный бывший. Господи, как они шумят. Сестра опала такая. Вот и собаченьки. Здорово. Ну вот это похоже, да? Да ешкин-кошкин. На то, что я ожидал увидеть. Так. Да ёкаламане. Сколько вас там? Как-то надо их... Блин, они все бегут и бегут, слушай. Обалдеть. Сейчас они мне здесь все снесут. Это 100%. 125 осталось стрел. Болтов, я имею в виду. Так, сдохло. Ой-ой-ой. Так, собаченьки нафиг. Еще один минус. Еще. Нет, не хочет умирать. Блин, сколько у вас, а, ребята? Че они не дохнут, а? Блин, новые пробегают. Что-то как-то там углубились они очень сильно. Снесли, что ли, блоки? Еще бегут старинные часы. Та-да-да-да-там. Ох, как я ее красиво. Она ногу потеряла, а я еще и в голову болт. Ну что, все? Нет? Нет, еще не все. Ну, походу, там от дома ничего не осталось. Они прорубили его. Так, есть. Расплавился. Толстячок. Да что ж ты не сдохнешь, что падла такая, а? Жалко, не видно эти стрелы, которые ты посадил, получается, в этот... В мертвеца. Было бы прикольно смотреть, как они истыканные стрелами бегают. Все. Так, ну все, побежали тогда. Залутаем, не пропадать же добро, да? Слушай, это было близко, они уже практически дырку здесь сделали. Да, сапоги какие-то. Беспонтовые. Так, водички тяпнем. Офигеть. Бетон, посмотри, как они покусывают. Это бетон. Дерева нету, да? Ну ладно. Это бетон, они покусали бетон конкретно. Ну, а деревянные, конечно, не вынесли.
наши лежат такие в объятиях дружных. Так. А где здесь? А, вот оно сзади, блин, думаю, где он шипит, падла такая. Бля, я думал, там несется еще один. Да что ж ты не сдохнешь, падла, а? Пипец живучий, а? Вот твари. Ну, в голову попасть очень сложно. Потому что он виляет своей башкой, вихляет, когда ползет. Да где этот? Так. Лутаем все, да? Офигеть тут. Слушай. Груда тел. Ох, нифига себе. Патрончиков принесло нам. Так, это мусор. Сразу надо скрапать, чтобы место не занимало. Эй, не надо. Собаченька дохлая. А как до тех добраться? Что-то не слишком далековато. Здесь разложились уже. Твои же налево. Как они быстро разлагаются. Могли бы и помедленнее. Если я вот сюда кубик поставлю. А я его сюда не поставлю, потому что у меня здесь трупик лежит. Так. Сядем. И полутаем. Блин, фигня, конечно. Да что ж ты будешь делать? Да эй, не надо клацаться. Да елки-палки, а. Не, ну так умереть легко. Да, легко, потому что я еще и покоцался. Ту-ту-ту-ру-ту. Ну, молодец. Блин, 69 уже. Здоровье осталось. Чё-то не полутать совсем, да? Да что ты, блин, такая, а? Да ёлки-палки. Печаль, беда. Не получается полутать. Уже утро, кстати. Ну ладно, ребята. Что, на сегодня все, я думаю. Единственное, но почему у меня не было этого великана? Я видел великана точно, что он приходит в первую ночь. У чувака был великан. Не знаю, может еще прибежит. Но так отделались малой кровью, в принципе. Выдержала защита. Единственное, что сейчас нужно как-то очень-очень быстро находить... не знаю, движки, нужен ключ, соответственно, нужен рецепт ключа. Сейчас у нас следующая неделя, наверное, будет под знаком лута. Городок я вот этот, в принципе, уже... Хотя не, я только окраины полутал, домишки, да? И все. Надо, короче, бегать, лутать. Ой, ну ладно. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, советы, может быть, кто играл с этим модом, какие-то тоже у вас, может быть, есть советы отдельно. Я бы с удовольствием их выслушал. Ну и всем удачи, всем пока.